Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в наш пятый сезон, в 23-ю серию по счету. В этой серии я все-таки уже, наверное, сделаю фосил машину, потому что я хотел ее сделать уже давным-давно, но никак не могу, потому что я забыл. Но в этой серии мы ее постараемся сделать. Да. Нам бы, если честно, выложить вот эти все вещи нужно по сундукам, потому что опять переполнен магазин и... Магазин, какой магазин? Инвентарь. И неудобно вот так ходить. Алмазики, это можно. Что еще? Хилки у нас вот тут. Потом. Больше вроде такого ничего нету. Блоки у нас... Блоки нам, в принципе, нужны, да? И вот это у нас идет вот сюда. Нет, это не сюда, потому что это как шапка, можно сказать. Вот сюда. Фу, ну что, ребята, в предыдущей серии я назвал инициалы людей, которые находятся в музее, но сейчас блокнот, точнее список тех людей еще пополнился, то есть вы уже можете оказаться там. То есть если вы не услышали своих инициалов в предыдущей серии, то не расстраивайтесь, вы уже можете находиться в том же списке, потому что вы уже могли сюда попасть за то время. Фу, музей. Я, если честно, ребята, иногда даже жалею то, что мне пришла в голову вот эта идея сделать музей. Да, она, можно сказать, классная, да, она прикольная, и, в принципе, хорошо, что она пришла мне в голову, и то, что я решился сделать музей, тем самым вызвать такой всплеск людей, чтобы они захотели комментировать видео. Но вот это меня, если честно, иногда огорчает. Почему, спросите вы? А потому что, ребята, многие люди сейчас, вот именно сейчас, после того, как появился музей, как бы это выразиться, им пофиг на видео, то есть им пофиг, что происходит в видео, им пофиг, о чем я говорю, им пофиг вообще, что я делаю. Вот даже что я сейчас скажу, я не знаю, допустим. О, ребята, все, мы сейчас играем в Need for Speed, а ну давайте возьмем эту пушку, убьем этого босса, и давайте, короче, мы полетим куда-то на планету Марс и словим там покемон, а покемон будет каким-то там стриптизером, и тот стриптизер нас убьет, и мы зареспимся на сети базе и купим себе калаш и пойдем дальше в другой раунд. Ага, 90% людей, которые комментируют видео, даже не услышат, что я за бред сейчас несу, потому что им попросту пофиг. Как я заметил, смотрите, есть такие люди, которым вообще похрен, что вообще происходит в этом сезоне. Они тупо заходят. Видео выложилось 30 секунд назад. Они заходят, ставят лайк, даже не смотрят, что происходит в серии, пишут: «Ой, Эдисон, ты самый крутой, я тебя люблю, классно, продолжай, давай следующую серию», и выходят, не посмотрев ни 20 секунд видео, которые я только что выложил. Потому что, мягко говоря, им тупо насрать. О чем я говорю, они пропускают мои слова мимо ушей и вообще пропускают весь игровой процесс, который мы делаем и вообще все, что тут происходит, потому что им попросту насрать на то, что я делаю. Все, что им нужно, это то, что попасть в музей. Им пофиг на все остальное. Они будут комментировать только для того, чтобы... Нифига себе, сколько вещей. Они будут комментировать для того, чтобы попросту попасть в музей. Им вообще будет все равно, о чем мы будем разговаривать, что мы будем делать, зачем мы это будем делать. Они будут комментировать только для того, чтобы попасть в музей. И вот это меня огорчает. Потому что до того, как я сделал музей, да, я согласен, не было такой активности.
Комментариев было, может, в раза 3-4 меньше, чем сейчас. Да, и столько лайков не было. Лайков тоже где-то в пол раза меньше было, чем сейчас. Да, но тогда мне люди оставляли комментарии от полной души. Они думали о том, что я делаю. Они даже писали критику, иногда грубую, иногда то, что я бы что-то исправил, но иногда то, что они обо мне думают, хорошее или плохое. И, в принципе, можно сказать, я учился на своих ошибках. Ну, или пытался что-то исправить, что им не нравится. А вот сейчас, я не знаю, людям все равно, что я правильно делаю, что я неправильно делаю. Может, я что-то неправильно делал, но они и так напишут: «Ой, Эдисон, ты крутой, да, вот это все круто». Хотя и видят, что я что-то неправильно делаю. А зачем? А только потому, чтобы попасть в музей. И вот это действительно очень хреново. Раньше люди мне писали от души и писали то, что они действительно думают, и мне это нравилось. А сейчас, еще раз повторюсь, пишут только для того, чтобы попасть в музей. Так же, как я только что заметил комментарий был, который мне написали и спросили: «О, Эдисон, ты крутой!» По следующим видео: «О, Эдисон, ты классный!» По следующим видео: «О, вообще самая крутая серия!» По следующим видео: «О, ты вообще очень-очень прикольный!» А по следующим видео, знаете, что он меня спросил? «Эдисон, а сколько нужно оставить комментариев для того, чтобы попасть в твой музей?» Я так понял, что то, что ты писал: «Эдисон, ты классный, Эдисон, ты крутой, крутая серия», это только ты пишешь для того, чтобы написать какой-то положительный комментарий, чтобы я увидел и чтобы добавить тебя в музей. Может, ты думаешь, что я какой-то чмердяй или жопошник, и может, ты там вообще думаешь, я какой-то придурок или еще что-то другое, но ты пишешь хорошие комментарии только для того, чтобы я тебя заметил, и только для того, чтобы я добавил тебя в музей. И вот это реально хреново, ребята. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Да, с одной стороны, классно. Давайте я тут еще уберу половинку и посажу синие. Да, с одной стороны классно то, что люди комментируют, потому что намного больше комментариев, чем в прошлой серии, чем в прошлом сезоне, и намного больше лайков, чем в прошлом сезоне. Но это они делают не от души, не для того, чтобы меня подбодрить, не для того, чтобы выразить свое мнение, а для того, чтобы попросту попасть в музей. А те, кто в данный момент еще не попадает в музей, потому что большая очередь, или потому что они оставили малое количество комментариев, или еще что-то. Они еще пока что не попали в музей, но они начинают уже на меня нагонять. То есть, знаете, первый комментарий: «О, круто!» Второй комментарий: «О, классно!» Третий комментарий: «О, классно! А я есть в блокноте?» Четвертый комментарий: «О, классно! Ну что, ты мне ответишь? А я есть в блокноте?» Пятый комментарий: «Ну что, твою мать, ну ты же мне ответишь? Я есть в блокноте?» Шестой комментарий: «Все, твою мать, ты меня не добавляешь в музей, и дизлайки, и отписка». Бам! Комментировал ты 6 комментариев только для того, чтобы попасть в музей. Но перед тобой была еще очередь. Может, я через пару серий бы тебе уже добавил блокнот, потому что еще бы была бы очередь. Но нет, ты не дождался тех пару серий, чтобы я тебя заметил. И все, просто тебя не добавили в течение 2-3 серий. Пум. Отписка и дизлайк, потому что тебя не добавили в музей, потому что ваше величество не заметили за 2-3 серии и не добавили в музей. И вот это, если честно, действительно хреново. Я не буду об этом уже говорить, я выразил свое мнение, что меня, если честно, немного расстраивает, но все же. Музей есть музей, то есть я думал, что люди вот будут активно комментировать, и просто кого я замечу, я добавлю в музей. Но нет, люди начали комментировать только для того, чтобы попасть в музей. Им уже не важно свое мнение, им уже не важно, что я делаю, им, в принципе, вообще уже другое ничего не важно, только для того, чтобы... Комментируют только для того, чтобы попасть в музей. Ну да ладно. Давайте, ребята, что мы будем делать в этой серии? А в этой серии мы себе сделаем фосил-машину, так как я уже говорил. Но сначала нужно фосил-клинер. У нас тут есть 6 штучек, стекло и 2 редстона. Угу. Давайте пойдем возьмем редстон и алюминий. И алюминий у нас есть 3-4 штуки. Мне кажется, хватит. Так. Это сюда. Это сюда. Это тоже сюда. Вообще я посмотрю, чтобы место не засорялось. Ну, в смысле, чтобы много места в инвентаре было. Вот так. Сюда-сюда. Сюда-сюда. Ну, пока что хватит, мне так кажется. Так, еще вот это можно сюда выложить. В принципе, вот это, смотрите, можно тоже сюда выложить. Еще что?
Так, вот что нам нужно. Вот это. Что там еще есть? Это взяли, взяли, дальше взяли. Вот, сейчас, нет, не вот это. Вот это тоже взяли. И вот тут еще нужно три ведра сделать. Ага, понятно. Так, молоточек у нас есть. Молоточек есть. С помощью которого мы еще будем, фиг его знает, сколько времени долбить вот эти алюминиевые пластины. Потому что, в принципе, железный молоток не такой уж и быстрый, как... Ну, как алмазный, понятно, но алмазный молоток, если честно, я даже не хочу делать. Потому что на него нужно 5 алмазов. Это, в принципе, много. И он быстро ломается. Но мы успеем сделать там стак ультраболов, ну, покеболов или еще чего-то. Но сама суть то, что он быстро сломается, и 5 алмазов, можно сказать, мы просто профукаем. Хоть и намного быстрее добудем, точнее, выкуем вот эти все вещи. Так, ну, в данный момент, ребята, смотрите, я сделаю сначала покеклинер, а потом уже будем делать фусил-машину. Так, перед тем, как мы сделаем фусил-клинер, давайте, что я хотел, так, вот, фусил-покемона можно уже взять. Опа. И нужно уже сад свой тоже расширять, да, в принципе, и музей нужно свой расширять, потому что там места нету, а сад нужно расширять для того, чтобы новые деревья посадить. Так, а сколько? 5 штук, а мне 6 нужно. Фу, и может я потом где-то отдельный подвал сделаю, что ли, или нет, фусил клинер я все-таки помещу, наверное, на кухню, то есть там еще место есть, например, даже вот тут или вот тут, потому что, ну и, например, вот так. А, нет. Там нужно... Вот как, вот так как раз. Даже хватит. Это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда. Вот так. Замечательно. Куда бы нам поставить этот фосил клинер? Ну, давайте. О, сюда мы даже не можем его поставить. А вот сюда, сюда можем. Тут не будет мешать. Ну, я не знаю, честно. То есть... Вот если так вылечится, да, не, в принципе, мне кажется, нормально. Так, сейчас. Вот это тогда обратно сюда. Просто, знаете, тут и места есть много. Я даже не знаю, что нам куда девать и что нам вообще тут поставить. А знаете, что нам сюда поставить, ребята? Знаете, что нам сюда поставить? У нас же куча модов стоит на всякие лампы, на всякие столы, на всякие стулья, диваны и всякую прочую хрень. Вот даже вот этот bedside table. Но я не знаю, как вот эти red crafting clay делать. Это нужно потом думать. Но вот это, например. Это мы уже сейчас просто можем сделать. Включаю я гейммод, только для того, чтобы посмотреть, как делается диван. Я хочу диван. Вы хотите диван, ребята? Я очень хочу. Даже вот это для книжек можно сделать. Для подставки какой-то можно сделать. Например, что-то туда ставить. Или, например, вот. Я только посмотрю. Смотрите. Вот. И все. И это классно. А я даже забыл. Я же установил такое большое количество модов вот этих всяких, что я даже забыл про них. Друзья, я тебя слышу, дружище, но пока что ты нам нафиг сдался. Так, вот тут лампы. Как делать вот эту лампу? Допустим, черную лампу. Вот это хрен его знает. Ладно, не суть. Вот, допустим, тал ламп, да? Тал. Ага, а фиг она так делается, ламп. А вот как вот эта грин хрень делается? Честное слово, я даже малейш... О! Литвик! Литвик! Иди, иди, иди... Ой, пожалуйста, быстренько, 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 я хочу... Паскуда ты мелкая, шайни Литвик. Это было бы просто охрененно. Может, я его раньше не заметил, может, он намного раньше заспавнился. Ах, ну ладно. Не словили, так не словили. Так.
Ребят, в этой серии мы вряд ли кого-то словим, поэтому и кто любит только поимку покемонов, можете уже выключать, если хотите. Так, диванчик, вот он диванчик. Я только посмотрю, потому что я хочу убедиться. Да, диван. Как делается? Wool couch. А тут даже не пишет. Тут даже не пишет. То есть, Wooden sword. А как это делать? Ребята, кто знает, как это делать? И вот это я хочу. Вот. Шелф. Ну вот это понятно. Glass Battle, допустим. А вот это... Ага. А вот как делать вот ту хрень шелф? А там может... Может вот через вот это? Походу через вот это. Да, я замечал, что у многих людей это есть. Но Carpentry Bench. Я не знаю, ладно, не будем сейчас над этим запариваться, я потом разберусь. Потому что сейчас даже малейшего представления не имею. Кто хочет, то напишите в комментарии, ребята. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вот, вот эти все хрени делать. Потому что вот, ну там нету. Вот ту подставочку, да, на цветы. То есть я даже, например, сюда поставлю, потом сделаю горшок и поставлю сюда цветок. Сюда поставлю цветок. Сюда хоть куда можно поставить цветок, и это, в принципе, будет красиво выглядеть. И вот тут, где куча места. Давайте вот это заберем. Вот тут, где куча места. Например, вот тут сделать уголок красивый с диваном. Тут цветочек поставить. Тут тоже цветочек поставить. Тут... Например, возле окошка поставить столик, тут два кресла. Тут я не знаю, что можно поставить. Тут тоже можно такой тройной диванчик поставить. И это уже круто, уже насколько много места будет. Тут лампы где-то тоже, вместо факелов лампы поставить. Потому что у нас современный же дом, какие нафиг факела, да? Сделалось. Кабуто! Ух, ребята, кабуто это наш... Офигеть! Знаете что, это еще в самом первом, хотя как, ну короче, наш первый фосил покемон всегда-всегда везде во всех сезонах, вообще самый-самый-самый первый фосил покемон у нас вроде был Кабуто, если я не ошибаюсь. И сейчас в этом, и сейчас у нас в принципе тоже Кабуто, хотя нет, не Кабуто ли, нет, первый фосил покемон у нас вроде Анорит был, а не Кабуто. Ну да ладно, Кабуто вроде тоже потом был. А вот, вот тут, ща, дайте я посмотрю. Почему я тут не могу ставить? Чё это за хрень? Что тут такого, что я не могу сюда поставить? Что тут такого? Бред. Ну, в принципе, тут же вот это загораживает, а нужно куда-то... Ну, ладно, это такое уже дело. Пускай вот тут будет. Отлично. А если, например, вот так? То есть... Ну пускай. Ладно, а тут цветочек, например, поставить. Фосил машина. Так, нужно еще успеть сделать ее в этой серии. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот так, замечательно. Идем мы наберем себе водичку. Водичку, водичку, водичку. Там еще нужно делать прям кучу алюминиевых пластин. Около 11. Поэтому я, наверное, сейчас просто вне паузы это сделаю. Потому что, сами знаете, и был бы у нас... алмазный молот, мы это бы очень быстро сделали. Но его у нас нету, поэтому нужно это долго делать. Так, 11, да? Ну что, поехали. Так, вторая уже. Третья. Четвертая. Пятая. Не пятая, а пятая. Там, ну, для умников, которые есть. Шестая вроде. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. Ну и последняя, 11-я. Там же вроде 11 нужно. Если я правильно помню. И все. Ну, даже уже вот этот практически поломался. Фу, так. Ну, места у нас опять нету. Ну да ладно. Первая часть. Это вроде у нас вот так идет. И вот так идет, да? Да. Я не знаю, что выкинуть. Давайте вот это. Вторая часть. Это... Ой, это что было? Фрешвотер. О, я хочу такое. Ну, сейчас мы себе сделаем сначала фосил машину. Вот так.
потом. Так не делается, ну понятно. Потом. Нижняя часть. И... Может наоборот, что ли? Ух, наоборот. А зачем я тогда 4 штуки добывал? Ну да ладно. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Так, вот так. Сейчас. Оп-оп. 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 Вот. Фосил машина у нас готова, но я даже не знаю, куда ее поставить. Может, я потом куда-то ее в другое место поставлю, но сейчас... Сейчас даже не представляю. Вот. Тут даже классно она и смотрится. Там через стену не выпирает. А фиг его знает. Можно потом посмотреть будет. Так, круто. Ну что? Давайте, Кабуто. Делайся. Ух, нифига себе красиво. Так, в принципе. Так, что я хотел? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мест у нас нету. Мест у нас нету. В нашем музее. То, что я могу сейчас сделать, хотя бы сейчас, это просто поменять Диглета на Шайни Диглета, потому что, да, действительно, я опять забыл. Ну, ладно, в этом такого ничего нету, то есть забыл поменять, да и все. А уже жалко, Шайни Литвика мы не словили, ну. А, сейчас, наверное, мы прекратим на какое-то время добавлять людей в музей. Не-не-не, ребята, не переживайте, мы не прекратим добавлять людей в музей, а, потому что... Чтобы продолжить добавлять большое количество людей в музей, мне нужно построить еще один нижний этаж, чтобы там сделать еще больше подиумов для покемонов, и чтобы потом еще больше словить новых покемонов, и потом, чтобы еще больше добавить новых статуй наших новых покемонов на новый нижний этаж, на подиумы. Я надеюсь, я правильно объяснил. Но не забываем то, что, например, у Фанпи нету эволюции. А хотя как нету? Смотрите, ща, ребята, не волнуйтесь, ща мы... У тех, у кого нету эволюции... Да, нет, наоборот, у тех, у кого есть эволюции, например, не всех мы еще прокачали. Поэтому тех, кого мы будем прокачивать, и тех, кто будет эволюционировать, мы туда будем добавлять людей. Но... Даже если мы словим уже новых покемонов, мы уже их... Ну просто даже если... бы мы все очень хотели, мы уже просто их даже никуда не сможем добавлять, потому что у нас места нету. Я уже даже сделал еще наверху три вот этих балкончика для того, чтобы еще на 6 мест больше, еще на 6 подиумов больше было. Поэтому тут уже на первом этаже мы уже никуда не запихнем покемонов, поэтому даже если мы словим новых покемонов, мы пока что их не сможем добавлять, потому что нужно еще сделать еще парочку этажов в музее. Ну тут, например, тут будет эволюция. Ну тут. Вот Сизор потом будет. Еще фосилы будут. Вот Алаказам будет. Потом эволюция Фанпи будет. Там Диглет... ну, эволюция Диглета будет. Где он, кстати? Вот. Еще две эволюции Арона будут. Еще две эволюции Тепига будут. Еще две эволюции Чармандера будут. Еще... Ну, так, трё, я... Диглета, как бы в Дактрию я уже сказал. Ну еще кто-то там будет. Иви мы еще себе сделаем точно. Ну, а до тех пор я уже, наверное, и сделаю еще, наверное. Ну, многое что поменялось, нос другого цвета стал. Я, наверное, потом еще сделаю. До того времени, пока мы уже эволюционируем этих всех покемонов, я до того времени, может, уже и сделаю еще парочку уровней. А, ну, в смысле этажей, как бы уровней вниз, этажей в музее. Так. В этой серии мы много вот такого чего не сделали, но все же я высказал свое мнение, и сейчас давайте добавим людей. Первый в списке у нас идет игровой канал Вивера, я напишу Вивер. Дальше. Кто у нас еще эволюционировал? Вроде больше никто. Сюда. Мы еще можем кого-то добавить? Сюда мы уже даже никого не сможем добавить. Так, Вивер, я тебя удаляю, ты уже попал. Дальше. Я еще кого-то добавил? Ну, вроде нет, то есть все. Арон там эволюция. Сандайл. Тепик и два Диглета.
Точно, точно, точно. Вот что, вот что, вот что, вот что, вот что. Так, вот сюда. Давайте, я не знаю. А ну, ща, ща, ща. Чё-чё-чё-чё-то я придумаю. Твою мать, как ошибка меня так кумарит. Ух. Я не представляю, почему. Вот. Так, ну, допустим, вот сюда, да? И тут такая же ситуация. Допустим, вот сюда, да? Да. А вот тут... Тут потом нужно будет вот сюда еще. Ну да ладно. Так. Кабуту, ребята. Кабуту. То есть мы уже сейчас кабуту себе возьмем. Хьюч. Ну, пускай бы. Ну, кабуту, конечно, красавец, но да ладно. И так, покемон. Кабуту. Ординери, Хьюч. Вроде да. Так, ну что? Дальше у нас по списку идет Кирилл. Я не знаю, как тебя записать, но давайте ты будешь просто Кирилл. Кирилл. Я не знаю, но будешь ты вот так. Так, тебя мы удаляем. Дальше идет Лиза Чередникова. Лиза Чередникова. Ребята, я добавляю у людей сразу на те имена на покемонов, которые я добавил, потому что если каждый человек будет выбирать, на какого покемона, ну, где имя его покемона хочет быть, то это, ребят, вообще с ума сойти. Если, например, Кадабра захочет быть Кабуто, то я возьму его ник с Кадабры и добавлю ну, в Кабуто. Но зато в Кабуто нужно будет взять этот ник и переставить его на Алаказа, на Кадабру. Но может этот человек, ник которого находится на Кабуто, не хочет быть Кадаброй. Поэтому тоже, ребята, не только себе думайте, а думайте о других, что они тоже хотят. А, ну что, что там с нашей машинкой? Так, я вроде всех добавил. Ну, вроде да. То есть Фампи, два Кабуто, потом будет Кабутопс. Внутри там стоять, то есть это первая эволюция, которая снаружи стоят, а самое главное будет внутри стоять. И, в принципе, в следующей серии, я не знаю, в следующей серии, ребята, мы, наверное, потопаем на охоту. На охоту, на охоту. А, вот, отлично. Там пара-папам. А у нас есть там обычный покебол, чтобы не тратить на трабу. Там же пофиг, какой покебол вставлять, поэтому можно самый простой вставить. Вроде его нету. Спортбол, люрбол, нестбол, хилбол. Да, тогда уже и нету смысла. А в рюкзаке у нас ничего нету. Тоже лурбол, ларбол. Ну фиг его знает, короче. Черешбол давайте. Он же вроде как обычный, только, ну, красивый, можно и так сказать. Поэтому, как бы, и нету смысла его даже. Во. Ху. А что? А знаете что? Блазикена же мы уже прокачали. Мы, в принципе, можем взять Чармандера. Ну, давайте возьмем. Хотя, наверное, Чармандера и нужно взять. А Кабуту мы возьмем вместо Тартеры. Тартере еще 5 уровней. Еще 2 уровня осталось. Поэтому, в принципе, все. Ребята, на этом заканчиваем. Если эта серия наберет 500 лайков, то еще одна новая серия выйдет сегодня, только уже мы не будем бегать и другое делать, а уже будем искать новых покемонов, да, и уже где-то на что-то охотиться. И если честно, я бы хотел уже найти какого-нибудь, даже не какого-нибудь, а я бы хотя бы просто хотел найти те же джунгли, потому что смотрите, сколько мы уже облетали, ну просто посмотрите. Вот. А джунгли мы еще даже не нашли. Может, например, в следующий раз вот сюда вверх полетим, вот куда-то вот сюда, где я случайно тпхнулся, или еще куда-то. Ну да ладно, ребята, давайте на этом заканчивать. В конце вас ждет небольшой сюрпризик, но, то есть, потом увидите, если кто имеет желание. На этом заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.